It is now the time to burn. Very hardy. Nope. Ой, ребят, забыл представиться. Всем привет, ребят. Сегодня у нас война этих... Война. Короче, война называется. Сейчас, ребят, я кое-что подготовлю. Подождите. Все, ребят, все готово. Начинаем. 4, 2, 1. Получайте вам, мы же в полет. Получайте. Блин, я думаю, наш корпус не выдержит. Согласен. Ладно, сейчас попробую кинуть дымовуху, макинуть. А уже остановит кто-нибудь, ничего видит. Мы быстренько прилетаем. Ок. Дай дымовуху. Так, что это? Блин, быстрее латай, латай! Чини быстрее. Корпус, а то он не выдержит и все. Кабум! Да, молодец. Смогли это сделать. Ах, они крыса, они корпус. Блин, они корпус сделали. Да пофиг, мы все равно сильнее, чем они. Лохи! Не, корпус выдерживает. Да, да, выдерживает. Еще думаю, час подержимся. Час пусть. Давай. Давай! Блин, может мы... Возьмем помощь бананов. Это хорошая идея. Правда, нам нужна еще лация. Да. Но... Нет! Стой! У меня есть лация, сейчас я передам. Натя. Угу. Алло, бананы, помогите нам. У нас тут крепость, мы не выживаем. Надо их убить, понятно? Краткая очередь. Да, понятно. Да, спасибо. Даже быстрее. Мне ничего не видно. О, вот так повиднее есть. Давай попробуем им гранату. Го. Нет, граната. Найс. Ты чё, козёб? Дебил. Война, как бы, нельзя и додочиться. Понятно. Вам кинем другое, как вот коктейльчика. Во. Чё? Чайте вам. Чё, думали нас каким-то коктейлем? Что это, дырка? Странно. А, это дырка для патронов, точно. Достаньте, лохи. Надо чуть-чуть. Не достаньте, лохи. Ой, вы меня бесите. Ух, принеси новое оружие, пожалуйста. А у нас тут новое оружие? Да, она... Да, автомат принеси. Вот. Давай поменяем эту пушку.
Так, вот, пока что меняем куб. На, возьми ее. Ага. Вот сюда положу на автомат. Автомат! Дебил, ты наш последний автомат. Хотя нет, мы... Фуфа, а что-то что он... Этот... Оп, все, взял. Че, вот они автомат используют? Сколько вот это нас значит сломается? Минуту спустя. Я же говорил. Защита сломалась. Нам не нужна защита. Сам смотри, какая ты, да? Ну, не хочу. Согласен. Ну, хочешь им на молитву? Давай. Быстрее, не маним. Итак, новую положил и еще туда. Еще сейчас им коктейль Молотова кину. Ого, нахер. Или как живом. Когда эти бананы, блин, придут? Они идиоты полные. Не говори там что. Ну, они не нормальные, но только долго нам, блин, тут плохо. Ой, я слышу банально, что мне кажется. Выключи-ка уже. Не кажется мне, там нет банан. Друг, что вы думаете, что делать? Не знаю. Может быть... Что он такой же... Они идиоты. Все, им в жопу просто. Вот ты гранат моего папы. Вот. Получается. Нет, гранаты. Вот, ребят, такая история на юге. Это, ребят, у нас на юге. Да! Банан, придите. Также банану. Эй! Ах вы! У меня еще третий план. Я зову этих дебилов за моего ботенделя. О, нет. Хорошо, душу хотя бы эту атаку отвозили. Да. Да. Хорошо. Если бы не ты, надо не его отнести, потому что у него травма печени и голова. Знаю. У моего... У меня тоже такое было, но только на ноге. Это очень больно было. Я еле как выжил. Вот, посмотри, у меня тут есть шрам. Он показывает. Офигеть, шрам. Да-да, мне все так говорят. Ладно, на востоке у нас там больше стоя. Восток! Не напоминай мне о востоке. Там полный трэш. Ну что, ребят, всем пока. Ждите вторую часть. Вторая часть будет там, где восток. Пока. Эй, мой хейтер, иди сюда.
А, что тебе надо? Пока, мой хейтл. Подписывайтесь и ставьте лайк, а то я вас... Поняли? Надеюсь, да. Я поставлю лайк. Я тоже поставлю лайк. Я тоже поставлю лайк. Я тоже поставлю лайк. Все. Я тоже поставлю лайк. Я тоже. Я тоже. Кто не поставит лайк, тому. Ладно, ребят, всем пока. Ставьте лайк.